Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала. С вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня хочу поделиться с вами свежим буксом. Называется Coin Reclaim. Я зарегистрировалась вчера поздно вечером. Здесь экран и просмотр сайтов. Здесь статистика. Посмотрите страничку сами. Регистрация здесь наипростейшая. Вводите email, два раза пароль, разгадываете капчу, нажимаете зарегистрироваться. На почту придет просто приветственное письмо. Вход, естественно, по имейлу и паролю. Разгадываем капчу. И кликаем логин. И попали в кабинет. Это наша домашняя страничка. Значит, что хочу сказать. Здесь мы работаем без минималки на вывод. Здесь нет минималки. Собрали, просмотрели рекламку, вывели. Сейчас я вам все покажу. В данный момент у меня такое количество вот этих поинтов. Как обычно, да, на таких буксах поинты мы зарабатываем. Значит, здесь можно выводить криптомонетки Tron, Litecoin, Dogecoin и Fiora. Я вчера выводила в лайткоинах. Вот у меня адрес, я его проверила на вывод. И сейчас вот эти монеты я выведу. Значит, брала я депозитный адрес. Кто не знает, где брать депозитный адрес? Вот депозит. Или кликайте сюда. И также кликайте депозит. Ну или свой, если у вас привязан к Faucet Pay. А, вывод вам не показала, ребятки. Coin Free Claim. Вот он. Я вчера выводила 175 лайткоинов 13 февраля. Сейчас я вот эти монетки поставлю на вывод. Кликаю вывод. Все, 612 лайткоинов у меня вывелись. Идем на Faucet Pay. Я перезагружаю страничку. Coin Free Claim. 612 лайткоинов. 14 февраля. Это я вывела то, что у меня было на балансе. В данный момент у меня по нулям. Давайте теперь пройдемся по вкладочкам, по заработку. Да, чуть не забыла. Опускаемся в самый-самый низ, ребятки. Вот здесь находится наша партнерская ссылочка. И также есть короткие ссылки, ПТС. Можно отсюда кликать, смотреть. Лотерея и экран. Ну или же слева от меню. Это домашняя страничка. Это у нас кран. Здесь нам дается по 350 тысяч вот этих коинов каждые 2 минуты. Можно делать в день 500 клеймов. Здесь можно выбирать. А нет, здесь не можно выбирать. Ну, разгадываем капчу и антибот. И все. Кликаем вот сюда на вот эту вкладочку. 350 тысяч вот этих коинов не засчитали. Я иду на домашнюю страничку. Баланс у меня был по нулям. Видим, да? Я выбираю Litecoin. Адрес у меня уже прописан. Он здесь как бы и сохраняется. Вы можете выбрать Tron. Можете выбрать Dogecoin, ну или же вот эту вот монетку. Но я как бы я в лайткоинах. Кликаю вывод. 122 сатоши лайткоин отправились на Faucet Pay. Перезагружаю, ребятки, страничку. И Coin Free Claim 122 Сатоши Лайткоин 14 февраля прибыла на Faucet Pay.
Значит, автокран доступен, если мы просматриваем короткие ссылки. Я не люблю эти короткие ссылки, но здесь, конечно, платят очень хорошо. Но в этих коротких ссылках. ПТС реклама. Ее не сильно и много. У меня сколько вчера было, не помню. Штуки 4, по-моему. Вот. Ну и тоже 100 тысяч коинов, 7 секунд. Кликаем Go. Ждем отсчет таймера. Все это быстро. Разгадываем капчу. Подтверждаем, возвращаемся. И 100 тысяч лайткоинов. Коинов. Так. Идем на домашнюю страничку. Вот 100 тысяч у меня. Опять не забываем выбирать нужную монету. Кликаю вывод. И 35 сатох вот этих мне прибыло на FaucetPay. Опять я перезагружаю страничку. Опускаемся ниже. Coin Free Claim. 35 лайткоин сатошиков 14 февраля. Как я уже сказала, без минималки на вывод. Замечательно. И опять я иду на кран. 2 минутки уже прошло. Загружается. Раскатываю капчу. 6, 4, 9. И вот сюда на вкладочку вот эту такую сиреневую кликаю. 350 тысяч прибыло. И опять через 2 минутки я опять зайду. Возвращаюсь в дашборд. Выбираю монетку. Видим, да, минималки нет. Кликаю вывод. Все, 122 сатохи лайткоинов отправилась на FaucetPay. Опять я перезагружаю. 122 сатохи вот этих лайткоинов 14 февраля. Ну вот мой сбор сегодняшний. Вот он. Все замечательно. Ребятки платят инстантом. И на кране можно, например, да, там за день накопить и кучкой вывести, или же сразу выводить. Это уже как вы хотите. Вот такой вот букс. Ну и все, в принципе, тут ничего такого нет. История, что у нас здесь по истории. Это мои сборы. Походу, короткие ссылки я не смотрю. ПТС, вывод. Вот мой вывод. Как видим. Кому интересно, работайте, пока дает, но добрать. Вот. Я считаю, букс неплохой. Ну и на кране я его и выключать не буду. Я его в уголок отодвину. И не хочу сказать там, что я да, ровно каждые 2 минуты. Нет, конечно. Но буду заходить, собирать и как бы потом уже в конце дня выводить можно. Вывести. Ну, там уже кто как хочет. Ну и ссылочка внизу. Вот здесь она, ребятки, реферальная. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.